Я приветствую всех на канале Мамина пекарня. Сегодня приготовим сразу три вкусных и оригинальных салата со свеклой. Первый салат мой самый любимый, с копченой скумбрией. Нарежьте небольшую луковичку мелко-мелко крошечкой. Свежий огурец нашинкуйте мелким кубиком. Покрошите картошечку мелко кубиком. Куриное яичко тоже кубиком. Филе копченой скумбрии очистим от кожи и нарежем мелким кубиком. Вместо скумбрии можно использовать копченый балык сама. Осталось только нарезать кубиками свеклу. Добавим соус майонез, щепотку соли по вкусу и все хорошо перемешаем. И наш вкуснейший салат со свеклой и копченой скумбрией готов. Следующий салат делается совсем просто. На крупной терке нужно натереть свеклу, плавленые сырки, яичко, чеснок и заправить все майонезом. Чесночок натрем на мелкой терке. Подсолите по вкусу, добавьте майонез и получите оригинальный и очень простой салатик из свеклы с плавленным сырком и яичком. Украсьте салат яичным желтком. Для следующего салатика возьмите зеленый горошек, отварную свеклу, твердый сыр, красный салатный лук, зелень. Заправлять его мы будем сметанкой. Сыр и свеклу натрите на крупной терке. Измельчите лучок и зелень. Посолите по вкусу и осталось заправить сметанкой. Приятного аппетита и до новых встреч! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и я буду для вас стараться.